Внимание! Говорит и показывает Москва. Наступающим, друзья! С Новым годом! What's up, Billings? Еду на работу. Сегодня у нас работа в 6 часов в Кремле. Потом мы работаем в 22:30 на Красной площади. Это будет прямая трансляция. Поэтому буду максимум снимать, транслировать, чтобы кому интересно, посмотрите, кому нет, не посмотрите. В общем, приятного просмотра, всех с Новым годом, удачи! Каждый год 31 декабря мы ходим в баню, но продолжение вы все знаете. The music just turns me on. I believe in you. All you need is some hope. Hope in your soul. Добрый вечер, дамы и господа. Устраивайтесь поудобнее. Наше феерическое выступление начинается от вас. Аплодисменты, ну а от нас зажигательная программа. За полчаса перед концертом суета перед кассами Кремлевского дворца. Последняя раздача пригласительных. Мечту мою, и лишь одна она мне нужна. Ну а это гримерки Кремлевского дворца после ремонта. Очень даже. Здесь вы можете переодеться, привести себя в порядок, прическу, макияж и даже принять душ. Все удобства. И, кстати, вы можете распеться на этом пианино. Облака качнутся, уплывут назад. Занавес. Так это выглядит изнутри. Пока императрица на сцене, нам раздали бейджики на следующее мероприятие на Красной площади.
держаться. Нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения, мы пытаемся пробраться на Красную площадь. Сначала с одного пропускного режима, потом нас пошлют в итоге другой. Здесь по П4 пропуска заезжают. А П2 где заезжают? П2 это веточный переулок. Они сказали, что они закрыли веточный. Сейчас уточним. И у них тоже тот самый... Но у них есть другой. Один сервис, а есть какая-то информация по поводу того, что веточный закрыли по стоянке П2, вот подъезжают на Васильевский, а здесь П4 въезд. Все серьезно. Здравствуйте. Слюды, они тонки, чуть подморозило два крошки озера. Как вы видите, вот так проходят съемки новогодней программы, то, что показывалось новогоднюю ночь, и это буквально за час до Нового года. Несколько дублей. Прикольно. Ну и, собственно, вот эта площадка, на которой мы работали на улице минус 15. Я не понимаю, как это можно было спеть даже одну песню. Я не смог там стоять. Транслировал в перископе, поэтому видео немножко будет не очень качественно. Центральную макушку снять! Сейчас пойду с другой стороны поснимаю. Дима, холодно нереально! Если кто не узнал, то это Денис Майданов. Наступающим!
я второй набор. Это Марк Тишман, если кто знает. Ну да, недаром же императрицы назвали. Все видели? Я увидел. Теперь вы знаете про меня все. И фамилию, и имя, и отчество. Пустите мой кораблик. А нам сюда выезжать надо. Думаешь? По прямой выезжать? Пустите мой кораблик. Да что ж ты сломаешь мне машину? Сережа, ради бога. Это безумная очередь, как будто мы в зале в советское время. Это люди пытались пробраться на Красную площадь. Она просто была бесконечная. Честно говоря, я был в шоке. Тут люди, время 11. Неужели такой мороз? Макс? Что там делать? Неужели не хочется дома посидеть? Я не знаю. Посмотри, вот эти... женщина, бабулечка вот слева. А представляешь, сколько нам надо было бы идти оттуда, да? Ты представляешь, что сейчас бежали? Через толпы народу там. Угу. Они вообще нормальные вообще? Не знаю, это что? Что, и народная артистка или что? 11 часов. Остался час до Нового года. Снова счастье! Ну, сними, дай, пришел поздравить спасибо. Мальчика Давида! Надо Давид! Здравствуй! С Новым годом тебя! Уж извините, по-французски мы не мова. По-французски вы не что? Дед Мороз чуть-чуть сбился с толку. Ну а сам Новый год я встретил, к сожалению, не в кругу своей семьи, а в семье своего босса. Так вот Дед Мороз поздравлял нашего маленького Давида, который живет во Франции. Но он все понимает по-русски, особенно когда такие большие машинки дарят. Ну и в заключение новогодней ночи мы поехали к нашим друзьям, а там были танцы, шманцы до утра. Друзья, всем привет еще раз. На часах 7 утра 23 минуты. Вот и закончился наш Новый год. Я еду домой просто без сил. Это была тяжелая, но веселая ночь. Я, к сожалению, даже не выпил, потому что я был за рулем.
будет интересно. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. До свидания. Я, кстати, хотел еще сказать, что я совершенно не умею разговаривать на камеру. Практически только учусь. И спасибо Наталье Квик, которая разговорила меня в своем интервью. Вот буду как-то так пытаться что-то говорить, рассказывать, но больше, скорее всего, показывать. Так что не судите строго. Может, не учусь разговаривать. До свидания.